Опять скачок заболеваемости. Темпы инфицирования коронавирусом в Одесской области набирают обороты. За прошедшие сутки обнаружили 1012 случаев. Одесская область – вторая в стране по количеству заражений. COVID-19 унес жизни 18 жителей региона. А вот побороли вирус 33 человека. Из-за того, что заболеваемость среди детей выросла на 40%, в городской детской больнице номер 3 развернули 75 дополнительных коек. В городском департаменте здравоохранения говорят, что при необходимости могут развернуть еще 30. В то же время загруженность больниц на критическом уровне. Свободными остаются лишь 29% коек. Прививки за прошедшие сутки сделали 530 граждан. За месяц их получили 6850 жителей области.